В стране завершилась акция «Единый день безопасности». К службам присоединился и «Бобруйсгаз». Во время республиканского движения специалисты провели беседы с жильцами, напомнили правила пользования газом в быту, раздали наглядные листовки. На контроле многоквартирные дома на Горелика. Здесь проверили газопроводы, счетчики и плиты. В квартирах это особенно важно, потому что живешь не только ты, живут твои соседи рядом с тобой. И от безопасности использования газоиспользующего оборудования зависит не только твоя безопасность, но и твоих соседей, твоих друзей, знакомых, и также твоих близких. Поэтому, насколько мы проинформированы о безопасном пользовании газом в быту, зависит также наше благополучие. Специалисты напоминают, если вы почувствовали запах газа, перекройте кран на газоиспользующем оборудовании, откройте окна, покиньте помещение и позвоните по телефону 104.